Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Сейчас я приехал в отель, как вы видите, White Hills Resort, он находится в Шарм-эль-Шейхе, это Египет, это в сети отелей Sunrise One. Поэтому сейчас мы с вами пойдем посмотрим всю вот эту территорию, номера, пляж, все как обычно, для того, чтобы вы сделали свой выбор и поняли, куда вам лучше поехать отдыхать. Напомню, что я занимаюсь продажей оформления туров онлайн по всей России. Вы можете выбрать у меня тур с перелетом или просто отель. Договор, чек, это все как положено, друзья. Так что пойдемте смотреть данный отель, чтобы мы понимали, куда едем отдыхать и какой вариант нам больше подходит. Вот такое лобби нас встречает, все белое, новое, свежее. Друзья, очень необычно, отель сильно резко бросается в глаза. Посмотрите, белое все, у меня же глаза маленько слепит. Ну, стильно, стильно, друзья, новый свежий отель. Различные категории номеров есть, есть номера даже со своими личными бассейнами. Давайте снова посмотрим вот так вот обзор с этой части отеля. Ресепшена сразу все видно. Здесь у нас есть несколько бассейнов. Соответственно, как видите, есть номера с выходом к бассейну. И там дальше мы с вами пройдемся и пройдем уже к пляжу. Интересная, скажем, модерн такой, стиль модерн, не знаю, мне нравятся такие тоже отели, когда вот так вот все стильно, модно и красиво. Лобби-бар Ivory, тоже все стильно, модно. Смотрите, вода такая бирюзовая. Кстати, все бассейны, абсолютно все бассейны здесь с подогревом идут. Смотрите, как прикольно сделано. Есть вот такой навес от солнышка, помимо зонтика. Необычно, друзья. Интересный очень отель. И этот отель подходит для семейного отдыха. В общем, это два отеля сети Sunrise, вот White Hills, мы сейчас по нему прогуливаемся. И рядом отель Meraki есть, тот только для взрослых, а это для семейного отдыха. Два очень роскошных, классных, крутых отеля, которые можно найти в Шарм-эль-Шейхе, друзья. Здесь у нас еще серия бассейнов, вот как раз номера со своим собственным бассейном. И проверяю, вода теплющая, друзья. Везде, везде, как я говорил, бассейны с подогревом. Ну и сейчас мы с вами отправляемся уже по номерам, посмотреть категории различные, как там внутри все устроено. Уверен, что это вас точно не разочарует. Вот такой у нас номер Family. Заходим сразу с правой стороны у нас. Скажем, детские кровати, здесь коридорчик, вот так вот проходим, здесь все в очень таком интересном стиле, видите, все тоже в белых тонах, кровать. И самая главная фишка этого номера, это выход на свою террасу, с которой можно спокойно вот так вот, друзья, выйти к теплым детским бассейнам. Здесь же с правой стороны есть детский клуб, так что все очень предусмотрено, все очень сделано комфортно, практично и, конечно же, друзья, стильно. Так что можно вот здесь будет сидеть, наблюдать, как ваши дети отдыхают, купаются. Ну и, соответственно, можно быстро вернуться в номер и здесь разместиться. Две зоны очень круто сделаны. Телевизор есть у всех. Соответственно, дети могут здесь находиться и посмотреть мультики. Ну что, двигаемся дальше по этой интересной белоснежной территории. Загрузка отеля здесь, конечно, 100% никогда не бывает, потому что отель стоит, ну, не совсем прям бюджетненько, да. Поэтому загрузка в среднем 25-50% на Новый год была. Это означает, что вы будете максимально комфортно здесь отдыхать с минимальным количеством гостей. Ну, хотя и корпусами вот так, когда все сделано, не чувствуется на самом деле загрузка, когда все вот так расположено по территории. Обычно загрузка чувствуется, когда одно здание, там очень много людей, то лифты заняты, то еще что-то. У нас как раз идет подготовка к активному сезону. Видите, высаживают небольшие деревца. Смотрите, какая красота.
Напоминаю, что все с подогревом, с подогревом. Может так выйти, лежать практически в воде, отдыхать. Круто, да? Ну что, кто хотел бы в такой номер заселиться и пожить здесь немного? А, кажется, что немножко, даже, наверное, как говорится, навязчиво, да, и, возможно, как идея вам, не обязательно сюда приехать на весь свой период отпуска, но взять, например, несколько дней было бы, думаю, неплохо. Например, мы взяли какой-нибудь отель, где-нибудь недалеко, ну, неважно где, в этой части Шарм-эль-Шейха, и переселились сюда дня на три. Это вполне возможно, друзья. Чтобы это сделать, можно ниже по ссылочке перейти. Там есть мой прямой WhatsApp, я могу все это проконсультировать. На сайте можно посмотреть цены в этот отель только, да, без перелета. И уже дальше от этого оттолкнемся. Так что можно вот таким форматом отдохнуть здесь. И, как говорил, не обязательно брать весь период проживания. Так, следующий вариант нас ждет, это Infinity бассейн. Почему Infinity? Наверняка знаете, да? Потому что вы лежите и видите вот так из него, соответственно, море. Но данный бассейн, который Infinity, мы с вами сейчас пробежались, это бассейн only 16+, то есть для взрослых. Друзья, вот такой у нас есть номер Deluxe, он поменьше, это не семейный, у них здесь раздельные, заметьте, санузлы. Есть вот такой душ. Здесь, смотрите, открытая часть, но есть шторка. И, соответственно, номер с джакузи. Есть такие же номера без джакузи, но здесь есть джакузи. Смотрите, здесь интересно вынесена зона раковин, умывальников, зеркало, понятно, телевизор, большая кровать и диван, который раскладывается, или точнее его можно просто заправить, и получится еще одно спальное место. Вот. Здесь мы выходим с вами на балкон, и я вам сейчас кое-что покажу. Здесь, во-первых, открывается прекрасный вид, но есть одно замечание, примечание вот к этим номерам, которые внизу, swim up, то есть с бассейном. Сюда сели, друзья, только взрослых. С детьми сюда заселиться нельзя. Если в этот номер джакузи можно с детьми заселиться, то вот в эти номера только взрослые заселяются. Это у нас номер swim up. Здесь сразу начнем с санузла. Заметьте еще разок, что здесь все раздельно идет. Смотрите, какая дверь полукруглая, необычная. Ну, вообще все номера, как вы заметили, необычные. Душевая, халаты, коридор. Здесь, смотрите, раковины. Можно вдвоем сразу умываться. Здесь для багажа, здесь вешалочки. Очень, на самом деле, все эргономично и стильно. Это факт. Кровать вот такая вот у нас. И диван. Ну, понятно, телевизор. Капсульная кофемашина есть, номер стильненький. И выходим на балкон, точнее, к своему бассейну. Здесь у вас будут соседи, ну, скорее всего, их будет немного. Еще раз напомню, что все с подогревом. И вот такой Infinity бассейн. Но, как, друзья, я говорил, в такие номера можно заселиться только взрослым. Детей сюда не заселяют. Так что вот так. Мы с вами на пляже отеля White Hills. Здесь, смотрите, все стильно. Тоже белые шезлонги совершенно другой конструкции, не так, как у многих других отелей. И сейчас выйдем вот на тот пирс, который максимально, говорю, удобный, комфортный, в том числе для спуска с детьми, так как есть перила. Конечно же, здесь есть дайвинг-центр. Я думаю, вы уже привыкли к этому, что здесь всегда есть дайвинг-центр на территории отелей. Так, а здесь у нас входа, получается, нету. У нас здесь только камни, поэтому заход в воду у нас только с понтона. Да, вот обратите внимание, что понтон такой добротный, не пластиковый, можно спокойно выйти и комфортно спуститься в воду. Здесь можно вот так вот зайти. Секундочку. Вот здесь дайверы. И сразу здесь нырять. Здесь что классно, что сразу есть рифы и можно смотреть за живностью. Так что спокойное море и прекрасный заход с хорошего понтона. Друзья, мы с вами закончили смотреть отель White Hills, который относится к сети Sunrise. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Жду вас за турами, жду вас за какими-то консультациями, если кому-то нужен какой-то ответ. Увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. А сейчас в следующем видео, друзья, мы перемещаемся в отель Мираки. И прямо сейчас будет обзор. Но это уже, друзья, в следующем видео, поэтому подпишитесь и смотрите мое следующее видео, обзор Мираки Sunrise.